Так, ну перейдем к делу. Днем эти животные перестают быть агрессивными. Видите, Мишка там чухается просто. Но если слишком близко к ним не станете подходить. Так, у меня, вот смотрите, смотрим на ружье. Готово к стрельбе все. У меня 16 пуль есть еще. И лучше всего, конечно, делать вот так. Видите? Итак, мы пойдем. Так, зарядим сначала ружье, кидаем порох. Вот этот вот пыш и пуля металлическая. Берем в руки мачете. Кстати, есть у меня запасное мачете? Есть. И пошли вперед. Вот, собираем опыт. Ну, шкуры мне уже сейчас не нужны. В начале игры они очень важны, если там мы с вами решим играть дальше. А я хочу вот узнать у вас. Хочу вас вот заинтересовать. Ей! Ей-ей-ей! Вы посмотрите на меня. Видите, какой агрессивный. Самый сильный зверь здесь носорог, как ни странно. Он хоть не мясоед, он не хищник, он наоборот. Единственный, кто гоняет здесь хищник, это носорог. Но он кидается и на людей, то есть на вас кидает. Ну, к сожалению, вот с хищника выпадает вот такое дохлое мясо, которое годится только на приманку. Его есть, ну, в принципе, можно, если совсем больше ничего нет. Но будете натуральным образом блевать. Может, я вам когда-то покажу это. Ну вот, а мы едим жареное мясо. Это ружье не ест мясо, конечно. Просто кидаем вот на него, и он съедает ровно столько, сколько ему надо. Вот. Я всегда ношу с собой вот блоки зеленые, лиственные. Они очень полезные, оказывается. Иногда, чтобы где-то закрыться, спрятаться, или ночь, если вас застала на улице и больше негде спрятаться, можно сделать временное убежище. Так, мачете, здесь это называется мачете, вот это вот. Тут уже ему, видите, оно имеет свой срок тоже. Я взял поновее ружье, арбалет. Арбалет, и вот у меня есть к нему специальные эти стрелы или дротики. И вот есть такие даже со взрывчаткой на конце. В обычном режиме игры это все нужно самому зарабатывать, делать, строить, искать эти полезные ископаемые, в шахте копаться. Но это креативное, ну как, это не креативно, это челлендж называется. Исследование. Здесь автор очень удачно совместил исследование с поиском, с крафтом. Но здесь нету здесь шахт, и рыться не надо. И скрафтить, скажем, что-то такое я не смогу. Я в основном здесь вот нахожу вот такие сундуки, и в них вот нахожу какие-то предметы. Понимаете? Нужно искать. И мы сейчас пойдем с вами из тюрьмы искать другие новые места, где я еще не был. То есть это видео для меня будет новое. Вот вспомнится животное, видите, просто на глазах. И по сценарию, здесь у нас после тюрьмы, если вы знаете этот фильм, вот я сюда сейчас запрыгну и покажу вам. Это город, в котором безопасно, вот построив забор такой, живут люди. И Гринберри, по-моему. Вудбери. О, Вудбери этот город называется. Они загорожены, но мы сюда сегодня не пойдем. Я решил это сделать видео по окрестностям города, обойти его кругом. Сколько тюрьму я уже всю практически обследовал. Ну вот смотрите, здесь вот так вот брошенные автомобили. Я вот нахожу здесь вот. Ну я беру факел, вот эта взрывчатка, она мне не нужна.
например, на данный момент, и брошенные, побитые автомобили, заброшенные дома. Если вы помните, это все кинофильме показано. Ну вот, возможности, видите, строить такие штуки. Окна. Вот этот дом. Что за дом, я по фильму не помню. Может, он и совершенно случайно. Кабанчик, ну, вот он нас сейчас не трогает, если мы его не будем трогать. У нас есть два мяса, пока он нам не нужен. Еда у нас есть. Вот сундучок, но сундучок не настоящий. Тут ничего нет, а декоративный. Песочница, это похоже, что детская площадка. Да, тут есть бассейн. Бассейн и детская площадка. Воду мы прыгать не будем. И пошли в дом. Чем дом хорош? Вот сейчас тут очень быстро наступает ночь. День достаточно короткий. И вы видели, какие агрессивные эти звери. И надо закрываться. Когда выходишь, не обязательно, но когда заходишь, они могут за тобой зайти. Кроме того, они могут прямо здесь, в этой комнате, заспавниться. И я проверяю вот сундуки. Вот я нашел полезную вещь. Это порох, потому что самому его крафтить я не могу, вернее. Ну, если найду компоненты. Но надо три компонента. И что-то я неправильно сделал. Куда я... А, вот он здесь. Порох, ПЖ и пульки. Это нам не надо, потому что у нас есть кирка, лопата нам тоже не надо. Это ботинки, эти не надо, потому что, как видите, у меня все это алмазная, и это все алмазную броню я нашел в тюрьме. Это как бы в раздевалке для охранников. Вот, сам их скрафтить я в принципе могу, если найду алмазы и железо. Ну, тут есть свои хитрости, которые я уже знаю. Так, смотрим. Тут есть еще вот, вот видите, и я нашел вот, вот железо нашел. А вот эта селитра, она мне не нужна. Почему? Потому что она нужна для приготовления пороха, но вот сюда же нужна еще сера плюс. И что еще, кто мне скажет? Что там? Сера, селитра и порох. Не, порох. Мы же делаем порох. Ну, что-то еще. Это медь. Медь нам не нужна. Это кирпичи вообще нам не нужны. Это просто камни, это просто палки, с которых можно делать вот эти вот вещи, ну, ручки для... Ну, похоже, это просто дом. Вот железо нам может пригодиться, но, смотри, для начала я вот... Если мы найдем этот... Так, давайте мы свет включим, а это мы сделаем вот так, просто поставим факел. О, вот есть крафтовый стол. И давайте сделаем тогда... Нет, например, мачете. У нас как раз два песка. О, видите, как тут. Сделаем запасное мачете. Вот. Палки нам не нужны. Почему? Потому что мы их в лесу можем насобирать. Очень легко и просто. Так, ну, мы можем еще пока не совсем ночь посмотреть дом. Тут есть еще, ну, как правило, все как в обычных домах. Вот. Это телевизор или камин, что это? Наверное, телевизор. Вот еще. Это, видите, типа цветок. Вот, это мы можем, кстати, съесть. Я сразу съем этот. Потому что тут еще, знаете, какая есть примочка. Тут нужно периодически менять еду. Нельзя есть одно мясо долго, потому что, опять же, вам может стать плохо. Ну вот это такие тут все. О, там даже нашел. Ну это уже испорченная еда. Потому что я по этой карте давно хожу. Вот здесь она портится. Так. Ну вот ванная комната. Тут какое-то белье. Оно мне не надо. Вот стиральная машинка. Импровизирована. Она, конечно, не работающая. Это, видите... Все эти хищники хотят меня достать, но они меня не достанут. Вот только единственное, что они орать будут всю ночь. Так, цветочек.
цветочек. Это мы тут видели. Это столовая с телевизором. Но остался... Вот они тут. Меня ждут. Но утром мы с ними разберемся. Вот второй этаж. Ого, тут аж три комнаты. Но начнем по порядку. Это туалет. Ванна тут вот. Давайте я свет включу, чтобы лучше видно. Крандики эти работают. Вот, видите, типа вода бежит, и вода шевелится, душ. Ну, это все такое. Импровизировано, импровизировано. Вот спальня. Кровать. Хотя можно, я же вам уже говорил, спать просто на полу. Ну и вот еще одна спальня. И тут вот, наверное... Какая-то будет одежда. Нет, тут удача. Потому что мы тут нашли и ружье. В этой игре это называется мушкет. И, кстати, очень сложно его делать. Надо много железа. Вообще редкая вещь. Но о, еще тут. О, видите, два кристалла. Ну... Они как бы мне... Ага, нужно вместо шкур. А вот эта штучка можно использовать вместо факелов. Ну вот, например, этот заберу. А сюда поставлю эту штучку. И можно вот правой кнопкой мышки ее зажечь. То есть сэкономить факел, которые нам потом вообще будут нужны. Итак, заберем факел. Потому что, чтобы не крафтить потом. И здесь заберем. И пойдем сюда, здесь закроемся, ложимся на кроватку, берем руки мачете. Почему я беру руки мачете и сплю с мачете? Потому что иногда ночью эти гады спавнятся прямо тут, понимаете? Тогда вы просыпаетесь, и желательно в руках иметь не свечку, а мачете. Итак, я ложусь спать, и продолжим утром. Блин, спать нажимаем вот так вот, нажимаем на кроватку и спим. Спокойной ночи и ждем, пока он выспится.